Всем привет! 10 сентября 2016 года. Мы начинаем субботний стримчанский. Сейчас что-то у меня ЛЗ не грузится совсем. Надо немножечко подождать. Пока водички хлебну. Специально не стал чай брать мочегонный. Подозрительно. Так, ну хэдсап мы не пойдем. Сейчас сразу второе окно резервное откроем. Чтоб если здесь все будет плохо. Мы на второе окошечко перешли. Происходит, алло, что-то двигает,
Ну что, чатик, как у вас дела? Как настроение в субботу? Чем занимались сегодня? Что видели? Куда ходили? Наш любимый покер. Вот с Анной я играл на десятках. И что-то она какая-то странная. Там была ситуация, когда на R4 у нее был выбор, может, у него. О, там игра там началась. Был выбор между... В общем, ей нужно было дополнить средний лайн так, чтобы закрыть фантазию сверху. Ну, ей пришли какие-то карты, да, то есть, я не знаю, какие карты пришли. И она положила то ли 7, то ли 8 на средний лайн, на который оставался один аут. То есть, у нее была семерка, восьмерка и двойка. Она кладет восьмерку наверх. А нет, восьмерку ей нужно было вниз, она кладет восьмерку вниз, а семерку, на которой остался один аут, она положила в середину. А двойку, которая была для нее полностью живая, она сбросила. То есть я это увидел уже когда, ну, то есть, когда в конце раунда показывают все ауты, которые сброшены. И двойку, которая для нее была живая абсолютно, она сбрасывает. И потом, по итогу, когда показывают сброшенные ауты, оказалось, что оппонент слева сбросил две двойки на R1 и R3. И мне это показалось жутко странным. Вы сами понимаете, да? Я после той раздачи встал за стола, хотя я, в принципе, плюсовал там. Валет 8. Вот, я, в принципе, там плюсовал, но мне это показалось очень странным. Попахивало таким небольшим тимплеем, и я ливнул из-за стола. И больше даже вот возможности не было сесть, я вряд ли бы сел. Один английский футбол на уме. Да что там на уме? Там Ибра волшебник гребаный. Вся суть английского футбола в том, что Ибра просто лев, зверь. Сегодня впервые поиграл в бадминтон в зале по правилам. Другие краски вообще. Гоняли валан будто на те.
Бадминтон — это классная игра. И он очень сильно выматывает. Очень много приходится бегать, очень много приходится тратить сил. Сейчас посмотрим, что оппонент выкинет. Десятки. Ну, тогда вот так. Валю вниз поставим. Да, валетов он нам не показал. Валю вниз. Ну и восьмерку живую тоже вниз кинем. Может, все-таки нам тузик придет. Минус один, да. Привет, Александр, привет. О, наш SSD пришел, любимый. Тяжело даются эти решения стартеров, когда приходят и туз, и король. Да, всем тоже удачной катки. Удачи за столами, кто сейчас бахает. Что там с музыкой, алло? Кнопочка, может, нажмешься? Спасибо. Здорово, Тимчис.
Правому оку Силайна проиграли. Скорее всего. Ну хотя нет. Хотя нет, если он 10 он не соберет, ему надо. А мы выиграли, да, у него получается лайн. Если только там не туз. Да, не лайн выиграли. Хорошо. Там ни короля, ни десяток не было. Хочется на флеш поиграть, может отдам вообще в середину бафну. Это короли заюзан. Нет, нет, нет. Так, я тогда на флеш. Два очень живая. Может вот так. Ну, в принципе, лучше пятерок вот насобирать. Попроще будет. На тузов еще шансов нормально. Еще две штучки в колоде. Ой-ой-ой, ну тут надо туза точно, чтобы пятерку или двойку. Давайте пятерку. Просто потому, что она постарше. Да, да, попали мы нормально. Мы ставим трипс, и еще у нас есть хорошие шансы на фул. Ой, какой автомув, о чем это я? Привет, Джохим, привет.
Да, 30 минут идет стрим. И как раз вовремя. Потом пока музыку послушали, пока подождали, когда ЛЗ загрузится. Так что ты много не пропустил. Ну и это первая фантазия, которую мы собираем. Поэтому ты даже на первую фэнтези успеешь. Посмотрим, что нам приготовит фантазия на тузах. У нас пока что есть два живых каре. Трипс с дам. О, три живых каре, извините. Все уже поменьше. Стрит флэш он еще есть. Красненький. Потенциальный. Но ковырял он все-таки фэнтези, не знаю. Один трипс из восьмерок. Так, 2, 3, 4, 5. Туз можно на стрит заиграть. И там наверх с валетом тогда. Была бы шестерка, могли бы все лайны выиграть. Чтобы к дамам туза положить. Но нет. Шестерка нам не пришла. Да, от фантазии на тузах можно было повторчика поожидать. Что я и делал. Тоже мы ждать теперь не будем. Нам теперь король важен. Кнопочка, ну давай, спасибо. Сколько у нас там человек там набежал уже. В выходной, наверное, все отдыхают. Не до стримов совсем. Все укутались в плед. И смотрят, как Игорь раскладывает картишечки. Жаль, что мы проиграли ему средний лайн. Он там нам сразу две двойки пришли. Но если бы мы туза наверх бахнули, нам бы пришло две двойки. Мы бы даму положили к тузу. Закрыли бы стрит. У нас был туз, король, дама здесь, да. Выиграли бы верхний лайн. Здесь бы стрит был. А снизу флэш. Но мы живем не в Сочи. По очевидным причинам. Потому что не знаем прикуп.
остались мы с SSD face to face. Давай, что там у тебя? Мой-то флеш поинтереснее будет. Ой-ой-ой. Сейчас бы даму вниз поставить. В 2016-м. Что творится? Все нужное раздали ведь, а? Как назло. И 64. Ну, я думаю, что надо попробовать сыграть на фэнтези и еще оставить себе место под флэш. 8 никакая. Девятка абсолютно живая, пятерок нет. Давайте глянем, может там сейчас что-то произойдет. Давай, покажи мне. Да, девятку одну забрал. Но все равно. Она теперь единственная живая карта. Как же так? Ну, то есть, может, он даму сбрасывал специально? Нет, красненькую. Красная в поле осталась. Здорово, Energy. По задержкам 3 минуты. Дефолт. Самый аурный здесь, так точно. Чтобы себе ауры немного добавить, можно знак восклицания ху написать. Чатик. Это, наверное, лучше было четверку поставить на них. Во-первых, она полностью живая голубая карта. Во-вторых, ее проще будет развивать на стрит и прочее. Ну, как сейчас вы видите, да. Была бы четверка здесь, а десятка снизу, я бы мог ставить короля. И тройка бы становилась на мид как коннектор четверки, это было бы здорово. Но что-то я об этом не подумал. Вернее, я об этом подумал, но слишком поздно. Вот-вот, началось, видите, да, сейчас у нас пятерочка зашла хорошо. Четверочку мы поставили. А лучше поставили бы четверочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет, Зита. Опять ты на Good Game. Я как-нибудь специально для тебя стрим проведу на Good Game. Для тебя одного, так как все равно на Good Game никто не ходит. Будем там с тобой сидеть, няшиться. Какую-нибудь дресню играть. Фифу. Новую. Будем новую фифу там играть. Или в Хардстоун. Валет 9-5. А что он ушел там? Может там сходится? На троих.
десятку он играет. Пошли десяточки поврываемся немного. Для разогрева, так сказать. На чё кнопка сработала, да, сработала. Да, надо не забыть пожаловаться про мышь. Мышь вообще не выносима. То дабл-клик, то вообще не нажимается. Скоро об стену её разобью. Жить так невозможно. Нервы ни к чёрту. Вы понимаете. Я тут еще фантазию буду ждать. Может быть и не одну. Когда в школе учился, была такая шутка, мол, умные чешут здесь, а глупые вот здесь. Почему? Надо подумать, да? Вот. Своего друга Васю встретил, говорю: Вась, зацени эту шутку. Умные чешут здесь, а глупые вот здесь. Почему? Надо подумать. Ну, ему шутка понравилась. Идем за другим друганом погулять вместе. За Игорем встречаемся. Вася говорит Игорю: Игорек, смотри, говорит, умные чешут здесь, глупые здесь. Почему? И Игорь такой сразу, ну, типа он шутку знал, и он такой: надо подумать. И мне что-то так это понравилось, думаю, вот человек не растерялся, да, симпровизировал. Вот это вот у него талант. Вот это талантище. До сих пор запомнил, да? А сейчас он сценарий КВНчиком пишет. Представляете, как человек свой талант, да, зарыл? Так, походу началось. Так, какой-то стол 5-5-40. Давай, ну ты что, издеваешься надо мной? А в чем проблема купить новую мышь 2016? Да нет проблем, вообще никакой. Мне просто жалко. У меня есть мышь еще одна. Я мог бы ее подцепить, но я хочу какую-нибудь классную. Я против фэнтези попались.
здесь попались. Ну, классно. Классно. Что могу сказать? Что вообще происходит? Пиздец, что за прикол в Туке 16 писать, в чем он, что в нем нормального смешного. Мне нравятся такие шутки. Словно, вот я просто обожаю такие шутки. Причем я люблю вообще, то есть, ну, любое действие и добавка в Туке 16. Я даже твиттер отдельный завел на эту тему, где я пишу какое-то действие и добавляю в Туке 16. Вот такие дела, понимаешь? Ну, специфичные. Специфичный юмор, извращенный, скорее всего, от скуки, понимаешь? Наверное. Так. И сюда. И сюда. Кнопочка сработай, пожалуйста, хоть сейчас. Все, походу, отлагало. Хорошо, что мы пошли на десятки, да? Вот я как чувствовал, пошел на десятки. Вон сейчас на двадцатки пойдем. Здесь доиграем. Ну, можно даму поставить, в принципе, на стрикец. Хотя нам девятка нужна, да, оттуда. Может, король придет. Когда нам туз будет нужен. Девять сюда поставить такое. Вот. Вот теперь все нормально. Разобрались. Ты что, мышь так и не купил? Мы 2 месяца назад с тобой обсуждали, да? Я выбрал мучиться. Выбрал вариант с мучениями. И я сначала ждал, что мне на день рождения подарят. Но мне подарили что-то другое. Да ты... Теперь я просто решил. Вот это, ну это бред. Просто бред. Все, я ухожу отсюда. Все, все. Надеюсь, он отлагал. Где там? По 20-100. Razer The Thunder недавно обновлял, так как тоже кнопка стала подводить. Razer это полное дерьмо. Если взять все фирмы, которые производят игровые девайсы, то Razer надо вообще туда с ссаными тряпками гнать. У меня была мышка Razer, это было полное дерьмо. У меня есть наушники Razer. И это вообще ссанное дерьмо. Мне кажется, если я купил китайскую подделку Razer, да, она была бы лучше, чем эти гребаные оригиналы за гребаные деньги. Я такого, ну я не знаю, мне кажется, просить такие деньги и делать такое дерьмо, это даже не наглость, это просто плевок, мне кажется. Да, вообще на всех. Я расстроен, Razer это срань. Владислав Борд, где можно найти такое классное музло? Это retrowave.ru. Добро пожаловать.
короли внизу ставить такое себе. Можно их на фэнтези бахнуть. А тут зомб прикрыть. Вот так. Мышка райзер тоже, ну, такая дичь. Когда у меня кнопка постоянно залипала, причем правая. Которая, ну, правой же реже пользуешься. А когда пользуешься, она залипает, ты такой, чё? Серьёзно? Может быть, мид вообще не портить пока? Ну, сюда, очевидно, 8. Хотя дамы полностью живые. Давайте пробуем не собирать. Дамы, например, шестерку поймать. Всё, отпад. Отпадает. Да. И здесь еще можно и даму, и шестерку поймать, чтобы средний лайн победить. Если там только не трипс. Да, вот мы даму поймали. Если здесь не фулл, тут вообще ничего не сошлось. Зачем он девяток наверх положил, я вообще не понял. Его дело. Ой, фантазии, как я люблю. Посмотрите на это. Один флеш. Да, и много-много-много пар. Ладно. Ладно. Так, смогу королей поставить? Девятки, четверки, да, смогу. Ну-ка, 4, 5, 6, 7. Да, никак. Ну там кнопки, была бы кнопка, если бы мог. Если бы я поставил королей, девятки это 4 очка. Плюс. Времени-то нет посчитать. Так вот смотрите, я выиграл 9 очков. Если бы я поставил флэш, выиграл бы. Сюда бы лайн выиграл. И девятки это 4 очка. 4 плюс 4, 8. 8 плюс 6. Да, я мог выиграть, да, получается? Больше кушей, если бы поставил девятки наверх. А здесь королями и двумя парами бы добил, да? Я правильно посчитал? 4 плюс 4, 6. И 6 плюс 6, 12. На 3 куша я облажался. Я все правильно посчитал или я опять туплю? С девятками сверху было бы выгодно. О, туз 8. Найс. Найс. Там шестерки, четверки. Раз, два, три. А, понятно, там еще флеш останется.
Жаль, что шестерка вообще аут. Это уже не важно. Там 6 и туз. Хорошо ему там со стрит-флешами-то сидеть. Надо угадать, да? Давайте девятку угадаем. О, король, спасибо тебе. Спасибо. Нормально там бахает. Второй повтор подряд. Так, что нам... О, три трипса есть. Апарта хватит. Тузы есть, да? Так. Так. И вот так. Нормально. Я пока не буду класть, подожду, пока он разложит. Ну так, фул вниз. Девятки, ну то есть двойки нам не нужны. Так, девятки, двойки вниз. И восьмерки дамами прикрыть, так что ли? Так. Лаконично будут семерки, мы семерками выигрываем у него толк. Смешно, смешно. Но здесь проиграем, да, Ми? Хочу 3 макс побахать, почему этот человек ушел? Блин, нам походу зеленые не кидут больше. Неужели фабы зеленые не кидают?
Ну это хотя бы не скуп, и то хорошо. Там, ну все равно слайм поставили. Неприятно, неприятно. Такая хорошая рука тут назревала. Так все хорошо шло. И на тебе. Две двоечки, пожалуйста. Ну ладно, так тоже неплохо. Попробуем, может, флеш дотянул. Ну давайте. Много вариантов. Можно флеш случайно поймать, может, туз прийти. Ничего из этого. Там с циклышом запах очень сильный. Теперь мне тоже нужна десятка. На стрит, да, играет? Девятки, у меня две. Наверное, он расстроился даже немного. Уже три девятки. Поэтому четвертый. Пока нет. Мы еще и туза запрятали. 7. Вот 4 живая, ее вниз бахнем. Если тут 2 четверки сейчас не перейдем. Да, 2 четверка пришла. Теперь одинаково с 7 краудов. Четверки он теперь может, в принципе, скидывать. Я пока на мид ее поставлю. Один аут на туза, 2 на восьмерку, 2 на двойку. В целом он там неплохо сидит. Но нет.
Кстати, забыл сказать, что мы больше не говорим чувак, мы говорим челик. Мы говорим уважаемый человек. Говорит чувак в 2K16. Что там за фу, понятно. Можно пробовать на флешулю поиграть. Вот вообще сколько тут. Выйдут ли еще даймонды? Ой, много даймондов вышло. Зато пятерки, шестерки, живые, да. Ну, может вот так вот порисковать немного. Но флеш что-то мне тут уже мало видится, да. Да, мы закрыть, пытаться собирать. То, что нужно. Три шестерки, живые еще посмотрим, может еще шестерки выйдут. Может, имеет смысл на две пары сыграть и короля вверх поставить. Если шестерок мало останется. Нет, шестерки живые. Тогда не будем ставить короля. Поставим на стрит. Совсем с ума сошел. Хоть 3 макс по баху. Еще без позиции попались. Да уже как обращение звучит. Дуд. Это будет играть, нет?
Давай, давай, мужик, ты сможешь. Бахни этот борт. Хорош. Мои дела что-то не очень, а вот пошли, я смотрю. Столько черных живых. Что-то не приходит. Десяток нет, пятерка одна красная. Так себе мои дела. Черная не пришла. Где они все? Непонятно. Печально. Печально. Четыре черных сбросили. Или пару двоек сразу положу. Два не могу положить, восемь живая сюда. Ну, шансы на фэнтези есть небольшие.
Ничего. Два туза у него есть. Надеюсь, их сейчас я разберу. Ну, тут 7 довольно хорошая ситуация для меня. 7, 3 семерки, 2 двойки, 1 пятерка, 6 аутов для 3 макса. Наверное, 5 это, ну, хорошо, прямо хорошо. И у человека остается один аут последнего. А, у него нужно 9, чтобы воспользоваться последним аутом двойкой. Да, не позавидую ситуации. То есть, чтобы поставить. Если ему двойка последняя приходит, то чтобы ее поставить, ему надо закрыть фул. А у него на это 2 аута всего. Вот фул он закрыл, двойка не шла. Причем она живая осталась, ее не скидывали. Забавно. Забавно. Какой-то серьезный, да не то слово. Три шестерок. Три тузов. Раз пара, два пара. Три пара. Три пары, да, можно наверх бахать. Ну, понятно все. Так. Два куша, шутки что ли? Тут мне Валя нужен. Можно попробовать 8-7 сюда поставить и дождаться шестерку. Ну или там две пары.
часть собирается следующего раунда. Что придет? Что придет? Придет шестерка? Хорошо. Не придет шестерка, придет пара. Поставим пару. Вопрос. Пока все как задумал. Только Валя нужен очень. Ого! Вот это уже не очень хорошо. Один валет остался. Но играть на него я смысла, если честно, не вижу. Будем надеяться, что они оба скукнутся и все. Так, скукнулся. А здесь я проиграл. Все лайны. Братишка, я тебе благосклонный из ГЧ принес. Спасибо, Тизирит. Сейчас попробуем. Пока что не очень как-то. Пока что ты не мне, видимо, донес. Или еще не дошло просто. Ничего себе, переапан на 62 куша. Да, 62 куша такое. Вон, Оракл на 95 кушей в блок уложил. Борт. Это я понимаю. А тут 65, 62 куша. Подумаешь. Видали побольше. У меня у самого там 82-84 бывало. Все-таки 6 аутов на Diamond это нормально. Давайте попробуем флеш поймать. Потому что здесь с парами полная беда получается. Да! И дама еще пришла. Все лайны выиграли человеком. И фантазия на тузах 16 карт. Тоже хорошо. Субботний день. Начало. В прогрессив я бахал на стриме. Дальше не придумал. Мэтт там в лол играет.
а я тут покер бахаю. Скуп похож. Трипс, два трипса. Дизелит вроде работает. Не хочу забегать вперед, но вроде пока работает. Я бы, пожалуй, 10 живая, 5 живая. Да, давайте попробуем поймать стрит флэш. Уж больно хочется. Тут фантупас выкладывают, и он видит ваши разложенные, да. Если ты на фантазии, ты видишь, что раскладывают оп и без фантазии. Это такие отсылочки к офлайн покеру. Тут в хедзапе вам одновременно карты раздают, например. В прогрессе я бахаю, пушу получил. Да. К моему стежку это подходит. Я встретил вас и все такое. Так, может быть, время поставить десяточку вниз? Или еще ждем? Я бы с удовольствием спросил у вас в чат, но увижу ваш ответ только через 3 минуты. Я жадный. Если что, есть запасной вариант, пятерка любая. Их целых 3 штуки. Одна на стрит флэш и 2 просто на стрит. Есть десятка на флэш. Есть 3 валета, 2 из которых на обычный стрит. Короче, вряд ли я тут буду скупаться. Скорее всего, я либо просто соберу стрит, либо я соберу стрит флэш. И с очень маленькой вероятностью просто флэш.
поставлю окей. Так, тому нужен валет, он придет, скорее всего. Мне валеты ведь не нужны, оговорился. Мне десятка нужна. У меня вообще в сумме 3 аута осталось, чтобы закрыться. Ну, хоть какую-то комбу и... Раз, два, три, четыре, пять. И 5 аутов, чтобы просто не скупиться. Ну, человеку не пришло ничего. Вот это да. Кто скидывал мои ауты. Понятно. Он уже на R2 скинул. Десятку, а на R3 валета моего. Вот негодник. За это и получил. Минус 15 или минус 16, сколько там. Давно, кстати, с 300 не собирал с игры. С фантазией, по-моему, мы вчера собирали. Позавчера. Ну, когда-то. Либо вчера, либо позавчера точно собирали с фантазией с 300. Я еще вам кнопку показывал волшебную. Да, это было позавчера на первом стриме. На первом осеннем стриме. Мне опять разворовали все ауты. Попробуем. Попробуем еще одну красную достать. Это R2. Сейчас он. Раз, два. Три скинутых карты будут. Если даже все они красные. Один аут останется. Ну, ничего страшного. Здорово, кабан, здорово. Ну, валета, наверное, смысла нет бахать, он мертвый. Поставим его в середину. Чтобы случайно вынужден не скупнуться, если поставить восьмерку. Тавин Канта, спасибо за фоллоу. God bless you. Ой-ой-ой. Тизерит, спасибо, спасибо тебе за ГСЧ. Пока работает, пока без проблем. Но мы все лайны проиграли левому оппоненту. Это грустно. Это действительно грустно.
сложной ситуации. Да. Раз. Так. Берем это. О, есть. Есть. Сюда. 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 Изи. Просто изи. Что бы я ни собирал, оппонент для вас соберет это лучше. Но тут уже бессмысленно какие-то классные фэнтези бахать. У оппонента справа просто не осталось кушей. Так что следующая фэнтези вряд ли будет прибыльной. Хотя бы он не сдается. Ну, ты пришел. Нормально, нормально у нас. Трипс один. Семь, семь, шесть, шесть. Я выиграю мид. Да, давайте вот так. Вот так. И вот так мы хотя бы выиграем. Конечно, все равно по кушам минус снем, но так хотя бы сможем. Не так сильно облажаться. И здесь смогли верхний раунд выиграть. Не слишком сильно обострялись на этой конфузе. Не буду три класть на гадшот. Сыграю вот так. Не валю сюда. Довольно живой. Надо снизу что-то делать. Срочно нужно что-то делать снизу. Тёзка, спасибо за стрим и за учебу. Очень увлекся игрой. Сейчас на ПД в небольшом турике на третьем месте закончил. Грац, грац. Спасибо за добрые слова. Тебе. Дай бог тебе здоровья, Игорь. Плохого человека Игорем не назовут. Вот это точно. Это я вам гарантирую. Да. Тизири, что-то с ГСЧ не в порядке. Пожалуйста, там поправь немного. Каролину еще пришли, ёкарный бабай. Минус 14. 100% уже имею. Ну а здесь минус 1. Минус 15 кушей будет, потому что оппонент справа не сможет выиграть. Ой, минус
минус 15. Минус... Там 14, минус 24. По факту. По цифрам там может быть все что угодно. А по факту минус 24. Как Чел слева раскладывал, что дамы внизу трипс был изначально, не помню. По-моему, просто пара дам. Но тут нет смысла. Ну, то есть, дамы вниз играются очень часто. То есть, если есть готовая пара, вниз она пойдет. В большинстве случаев, если живые тузы и короли, вообще без проблем. Сюда. Валя 6. Тизири, что-то совсем плохо все. Как же ты это? То ли ты ауру отключил, то ли чего. Сам видишь. Здорово, здорово. Спасибо. Удачи мне действительно не помешает. Срок действия дебо-версии услуги «Сноси капусту» закончился. Пожалуйста, приобретите новую версию. Полную версию. Why? Why me? $6590 новую мышь, блин, что за мышь? Понимаешь, сейчас цены такие. Сейчас, типа, все, что раньше стоило 3000, сейчас стоит 7. В этом вся проблема. Только в этом. А так, я склонялся, этот, Logitech S700 или S7000, не помню. Вот его хотел поглядеть сначала. Ну и вообще,
Именно в этом диапазоне довольно большой выбор. Довольно богатый. Причем, ну, в основном все топовые версии, короче, стоят. Вот. Есть дороже, но дешевле. Нет. Это такая минимальная планочка. Опять нас не устроит снизу. Семь, король. Хочу голосовое управление покером. Да, и мышка не нужна. Сидишь такой на расслабоне. Так, значит, 7 на задний лайн, король на передний. И не так чик-чик. Подтверждаю. Кнопочка. Чик. Вот это было бы хорошо. Вот это было бы как надо. Что он со своими восьмерками ко мне прилип? Это тоже карета. И фул. Да ладно, серьезно, так можно что ли делать? Это законно? И сверху выиграл, ну все понятно. На целую пару собрали. Этот человек собрал каре, старше моего. Он фул собрал на миде. Это все с игры. И сверху туза бахнул, чтобы у меня передний лайн выиграть. Ну здорово, ну здорово. Удачи ему. Что с музыкой? Хайвей Юпитер. Да.
геймер. Через A, Y пишется. Если бы я знал, я бы себе две такие мышки купил, как у меня сейчас. Потому что она мне очень нравится. Она меня полностью устраивает. Но таких уже не делают. Значит, сделать какую-то чмошную версию, но... такой... нет. Шутеечки. Да, у Распутина. Все шутеечки. Про это. Так, мне черных дадут? Нет, хоть одну. Даже Букатрафик с ЦСКА, но такой вызывающий только вот этот, ну, зато вот само слово контракт, контрактище. Тоже хочу с кем-нибудь контракт, с кем-нибудь, с Рейзером хочу контракт, пусть они мне присылают свое дерьмо, а я буду говорить, какое оно классное. Других причин говорить, что их дерьмо классное, я не вижу. Четыре. 10-1, 3 живая. Пока не буду торопиться. Потому что внизу у нас тоже все живое. Может быть, фул удастся накрывать. Восьмерка живая, десятка. Ну мы туз будем ждать. И вниз забить надо. Вообще не попал. Это четвертый, по-моему, скуп подряд. Или третий. Что-то мы тут захватились. Сейчас минус 30, по-моему, чисто. Mm-hmm.
Я не помню, чтобы раньше-то писали. Я помню, у меня раньше была черевская клавиатура. Механическая. Там, когда просто кнопку нажимаешь одну, грохот на всю квартиру стоял. Жена все жаловалась, что спать не может из-за меня. Почему Шахид Джанян? Что? Конечно, там Street Flash. Ничего удивительного. Кстати, Игорян, спасибо за Макса Фрая. Хорошую книгу не грех посоветовать. Хватит знать на Razer. Datadog раньше была образцовой мышкой для продвинутых геймеров. Крейзиак. В этом и смысл, что раньше была. Понимаешь, это как пиво. Две недельки оно хорошее, оно топовое, а потом скатывается в полное дерьмище. Вот Razer как пиво, скатились в полное дерьмище. Прям под Новый город зашло Unbelievable. Правда, это было раньше, а так вообще, по-моему, все подпортилось и стало меньше служить. Нет, не все. До сих пор остались всякие хорошие вещи. SteelSeries хорошая фирма. Не знаю, как насчет всяких мышек и прочих девайсов, но наушники у них просто топовые. Ну, конечно, забрали у меня 200 кушей и такие, пойдем погуляем. Поиграть по сети Heads Up. Охренели. Может, королям наверх. Не могу с тройкой попрощаться, не могу. Можно, в принципе, положить фул и пытаться стрит насобирать. А можно не выкобениваться и закрыть тройку. Если туз приходит, бахать его смело наверх. Или король. Сейчас бы мы уже положили, да, стрит? Опять не хватило нам агрессии немного. Но зато... Вот так вот. Псов нет. Стрит флешей тоже не завезли. Так, вот пара не красная. Вот пара красную позаимствовала.
Привет! Привет, пиранья! Поражает твое спокойствие при 6 минусах в ряд. Как тренировать такую выдержку? Это годы. Годы. Опыт. Вообще это приходит с пониманием того, что самое бессмысленное, что ты можешь сделать, когда минусуешь, это тильтовать. Это мало того, что бессмысленно и не принесет никакой пользы, это еще и вред нанесет и игре, и денежкам. Варю не могу наверх бахнуть. Да ладно, он серьезно. Факушку ему покажу. Да, штечка неплохая. Блин, Валя очень заигрывает. Может его наверх закинуть? Еще тут туза кому-то может не достаться. Не достаться. Русский язык. Ну, девятка черная нужна. Ну давай, попробуй поймай. Король очень живой, его наверх надо. Между 5 и 8 выберу 5. 8 вот этот может скинуть, чисто теоретически. Она ему не нужна, он собирает флеш. Хорошее решение, 10 аутов. Туз мертвый, он нам не нужен. И 6 мертвых. Тогда туза, ну хотя бы нас уже от скупа защитит сразу же. Ты уж определил, если ты распутанный. Да, он такой человек. Хорошо, что десятка красная вышла. Но он тут закрывается у него на R5, еще 5 аутов. Так, точно 5. 9-7 одинаковые, ну, ярче поставим постарше. Открываем тему, эту срачку не нужен. Ты интересный человек. Сам сначала открыл эту тему, а теперь сам закрываешь. Ты самодостаточный, вот что я могу сказать. Мубот не врет. Мубот не врет. У меня булочка есть. Вы мне завидуете? Я после стрима ее съем.
Тогда надо безочевидно, просто небо голубое, трава зеленая, юзернейм бахает как царь. Как вышел на этот рум? Мой аффилейт мне про него рассказал. Не напрягаешься еще на китайском? Нет, абсолютно. У них есть английский клиент. Ради бога, там просто пока нет китайского покера, но скоро он там будет. Можешь идти. Не думаю, что там пихают. Да вроде не похоже. Привет. Здорово. Здорово. Гудзини. За этим надо вот город. У меня во дворе только туалет. Ёкарный ты бабай. Ну вот так вот поиграем. Просто три живых туза, я не могу себе позволить не бахнуть в короле, наверное. Так вот. Так, а это скуп, да? Да. А, не скуп, в смысле, сверху нет ничего. Ну вы поняли меня. Вы меня поняли. Туз не пришел. Минус 6. Ну и здесь сильная фэнтези. Очевидно. Да. Сильно это мягко сказано. Живые, конечно же, наверх. Здесь у нас все прикрыто. Осталось короля дождаться. Короля дождались. Ну, здесь надо оставить тоже все открытым. Фулл насобирать один хотя бы. Если повезет, то и второй придет. Ауты располагаю. Читаю игру как открытую книгу. Я думаю, он просто сам это платит. Да Распутин в адекватности многим фору даст. Сейчас, правда, каникулы кончились, школьники либо в школе, либо уроки делают, некогда на стримы заходить. Но летом тут такие типы появлялись.
Да, уже по кнопочкам вижу, что ничего хорошего здесь не ждет. Трипсов нет. Флэш. Флэш один. Фантазия подвела. О, человек уходит слева. Пока-пока. Снова хедзап. Снова хедзап. Снова хедзап. Играй, хэдзап. Да. Не забывайте нажимать кнопочку Follow, чтобы не пропустить следующие трансляции. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Twitter. Там анонсики бывают. И уведомления о том, что видео загрузились на YouTube, на которые вы тоже можете подписаться. Туда я загружаю все предыдущие трансляции. Иногда нарезаю хайлайтики. Также на YouTube лежит ввод по китайскому покеру, который вы можете посмотреть. Я думаю, не без удовольствия. Вот. Что еще? Инстаграм, не знаю, если у вас есть, можете, конечно, подписаться. Обязательно читайте мой блог на Gypsy Team. Бахайте плюсы там. В рейтинг блога это важно. Бахайте плюсы. В рейтинг стрима, ну, обязательно. Тоже приятно. В профиль. Вообще чума. Если хотите поддержать меня материально, или хотите, чтобы ваше сообщение зачитала электронная женщина, которые большие проблемы с ударениями, то кнопочки на Donation Alerts есть в описании на Twitch, в описании на Gypsy Team. И я не помню, но возможно даже на Good Game. Огромное спасибо всем тем, кто подписывается на меня, всем тем, кто донатит. Меня это очень сильно мотивирует. Просто до дрожи, до дрожи. Колени мотивируют стримить дальше. И дай вам всем Бог здоровья. А сюда 7 поставить. Выглядит неплохо. Восьмерки, тройки все живые, но смотрите, вот реально 7 аутов было. 7. Сколько он сбросил? Тройки, восьми. Понятно. Просто. Игорь, подскажи, какую книгу Макса Фрая советовал? Я советовал вообще всю серию прочитать про эхо. Сначала это Хроники эхо. Нет, Хроники эхо это вторая серия. А первая серия книг это Лабиринты.
Сначала лабиринты эхо, а потом хроники эхо. Вот. А после того, как прочтены обе эти серии книг, имеет смысл почитать просто там есть отдельно про сэра Макса такие повести, рассказы. Потом уже можно их читать. Если читать сначала их, это просто будет непонятно и не понравится на самом деле. Ой-ой-ой, вот это нежданчик. Но моя фантазия, конечно, будет послабже, чем у оппонента, скорее всего. Один крипс. Не фонтан, конечно, но БСГ есть. Ну, даже не так сильно. Мы тут проиграли. Вот вас не стримишь больше, было отлично. Ну, во-первых, на него приходило 3,5 человека. Это раз. Во-вторых, какие-то жуткие лаги были в последние стримы. То есть вроде все хорошо начинается, а потом начинают кадры теряться, какие-то проблемы. Надо попробовать еще. Надо попробовать. Может быть, что-то изменилось с тех пор. У меня, во-первых, интернет поменялся, да, с тех пор. Во-вторых, может быть, этот сайтик получше стал вещать. Можно попробовать. Видишь, это бы собирало побольше бы народу, если бы я мог на джипсе эти стримы делать. Но на но когда я делал их на джипсе, мне их пару раз обрубали, типа... Чувак, у нас только покер стримят, а не футбол. Ты уж извини. Так, нет, попытаюсь собрать фэнтези. Ну, фэнтези не вышло. Но две пары наковыряли. Могли, тут могли. Пятерочки, пятерочки. Может, девятку снизу ставить? Пятерки на мид кинуть. Сколько дам, сколько дам. Сюда не сойти. Живая, 8 живая, 7 живая. Сейчас посмотрим, что из этого. Отскочит. Двойка отскочила, да?
Положу 8. Что за двоечку, пап? Даже никак не повлияет. А живой аут убрать может быть полезно. Можно было бы, конечно, кинуть валетов вниз. Вот strong play был бы это кинуть 9 сюда, оставить место под фул и здесь ловить тузов. Но у нас 6 и 8, но очень живые. Поэтому выгоднее будет оставить еще варианты под 2 пары, под 6 и 8. Ну вот что я вам говорю, да, если бы мы сыграли чуть более агрессивно, мы бы сейчас туза клали сюда, а пятерку мы бы положили на фул, и это был бы, ну я уже говорю, это реально был бы strong play. Но видите, мы немного перебздели. Но лучше перебздеть, чем недобздеть, это очевидно. Какая домашняя атмосфера была, это да. Что было, то было. Флэш. Раз, два, три, четыре, пять. Без дам. Три, четыре, пять, шесть, семь. Стрит. Мид затрагивает черный на мид. И дам наверх. Вот так я, наверное, буду играть. Сейчас посмотрим. Ну, вот я уже не выигрываю таким образом. Стрит у меня там будет до семерки. Поэтому, если там он стрит сможет наиграть, стрит я проиграю. Нет, я уже выиграю. Ну все, можно. Можно бахать, не стесняться. Все лайны я уже выиграю. Дабл клики. Гребаная мышка. Человек ушел. А жаль. Сколько у нас там? 2.5 часа. В принципе, можно уже даже заканчивать. Я вам сегодня показал strong play. Только что. Правда, не осмелился на него сыграть. Но смотритесь. Это довольно интересный мув, да? Такой. Все сразу видят очевидных двух валетов вниз. Но можно и подумать. В какой-нибудь другой ситуации, да, где нас две пары бы там меня как-то не устраивали. Или бы их не было, живых аутов. То так играть вообще было бы супер. Вот наша цель. Наша цель бахать по 50. Бахать по 50. По 50 это по 6 долларов за куш. По 6 долларов за куш. И это будет, когда мы с вами наберем 50 тысяч. Сейчас у нас с вами 30 965. То есть нам еще 20 тысяч выиграть. И все, и будет по 50 бахать. Нормально, нормально. Мы за эти 3 дня выиграли 7 тысяч. Больше, 8 тысяч мы выиграли. Осталось 20. Ну, если так все будет продолжаться, то уже через неделю, я думаю, мы полтинники сможем побахать. Дай бог, дай бог.
нажимать кнопочку follow. Она вот. Вот там она. Там. Там. В углу слева. Снизу. Чтобы не пропустить следующую трансляцию. Вам будут приходить уведомления на почту. Если нет, проверьте настройки Твича, там есть такая переключалка, типа посылать письма или не посылать в начале трансляции. Вступайте в мою группу в ВК. Следите за моим твиттером, там я выкладываю анонсы. Подписывайтесь на мою... на мой YouTube канал. Там я выкладываю предыдущие трансляции. Вчерашний, позавчерашний стрим уже там лежат. Также там лежат два хайлайтика. Если вы не видели коуп с первого стрима осеннего, у меня в блоге он есть. Читайте мой блог, бахайте там плюсы. Бахайте плюсы в рейтинг стрима. Профит, куда захотите. Плюсы меня очень мотивируют в стриме. Так же, как и ваши донуты. Ссылочки есть в описании, на начинали воспринимают все, что захотите. Даже овес иногда, если договориться. Ну и, собственно, все. Огромное спасибо всем тем, кто уже это все проделал. Нажал везде follow, нажал везде subscribe, кинул денежку. Дай вам всем Бог здоровья. Следующий стрим будет завтра. До новых встреч и пока-пока!